Соединение установлено. Генерал Шепард, на связи капитан Прайс. С возвращением, капитан. Да уж, как у черта со сковороды. Этот мир превращается в настоящий ад. Мы надеялись вернуть модуль до того, как русские его взломают. Мы ошиблись. После этого Макаров атаковал США. Следующий этап — мировой пожар. Что ты мне передаешь? Чтобы потушить горящую нефть, сэр, обычно рядом с пожаром устраивают взрыв. Убрать кислород, и пламя погаснет. Прайс, похоже, ты переутомился. Приди в себя, не говори ерунды. Шепард, ты готов сделать то, что нужно для победы? Конечно. Назревает большой пожар. Взрыв должен быть не меньше. Ты слишком долго был в русской колонии. Это бред. Займись Макаровым. Нет времени, войну надо закончить сейчас. Это не просьба, Прайс. Это приказ. Ты... Кажется, связь оборвалась. Прайс, я еле вижу парашют Роуча. Слишком сильные помехи. Вы его видите? Прием. Так точно, Соул. Я нашел Роуча. Кажется, он цел. Идем к базе подлодок на северо-запад. Вас понял. Остальные сели рядом с Гоустом, довольно далеко к востоку. Пусть действует по плану. Получится, объединимся. Роуч, со мной и не высовывайся. Контакт. Патруль противника 30 метров прямо. 5 человек, автоматы, осколочные гранаты. Одна немецкая овчарка. Собаки. Ненавижу собак. В сравнении с тем, что я видел в Припяти, это полонки. Терпение. Не делай глупостей. Конвой, прячься. Пропустите их. Двое отстали покурить. Займись одним, второй мой. Неплохо. Я готов. Прикончим их одновременно. Займись бойцом и собакой слева. Без разведки. У противника есть ЗРК. Так точно. Вы уже нашли транспорт? Работаю над этим. Отбой. Противник! Берегись! Со мной! Thank you.
патруль с собакой. Патруль, трое впереди. Прикончи их или обойди, выбирай сам. Красиво. Большой патруль на 12. Возьми оружие с глушителем. Атакуем одновременно. Бери двоих справа. Отлично. Еще патруль с собакой. Атакуй или пройди мимо. Решай сам. Сауб, как насчет поддержки с воздуха? Беспилотник с ракетами воздух-земля уже вылетел. Вас понял. А скала подойдет. Роуч, бери управление предейтором. Проклятье. Что такое? В деревне стоит ЦРК. Предейтор спит. Соу, нужен еще один предейтор. Роуч, пошли. Осторожнее! Смотри, куда бьешь! Союзники на 12! Роуч, они знают, что мы здесь. Можешь выбрать другое оружие. Врача сюда! Спасибо за зенитки. Да не за что. Надо уходить, взрывы привлекут внимание. Oh!
Соуп, мы объединились с Гоустом и остальными. Вас понял. Второй предейтер скоро прибудет. Осторожнее, их у нас не так много. А вот и подлодка. Прямо под краном. Роуч, бери предейтер и займись их обороной. Ищи проблеск. Поднята по тревоге. Поторопитесь, через несколько минут она начнет погружение. Идем. Подготовка ракет. Ждите. Минимум троих накрыл. Подготовка ракет. Ждите.